Бывает в жизни женщины пора, приходит время подводить итоги. Не мило все, что нравилось вчера, и все холмы унылы и пологи. Подходит к дверце лаковой, резной, но падает рука, как будто плеть, и обнимает холод неземной. Ей совершенно нечего надеть. И пойдет притворять, что задумала, у соседки пристроив детей. Ожерелья, косынки и сумочки повстречают ее у дверей. Эти мелочи модно-небрежные, словно рыбки плывут по лоткам. Бесполезные, яркие и нежные, так легко прилипают к рукам. Обрастая нарядными свертками, перемерит сто юбок прямых и забудет у стойки с колготками половину покупок своих. Побежит, возвратится нагружена, но у вешалки в кость от окна остановится, словно разбужена посреди разноцветного сна. И стоит, и глядит завороженно, гладя пальцами тонкий шифон. Два размера преграда ничтожная, если сердце поет, это он. Хитроумные чудные дырочки, золотистая долгая нить. Загорит, похудеет и вырастет, но костюм этот будет носить. Спасибо, это было на стихи Маши Перцовой. И это была замечательная Жанна Шпиц.